Привет, вы смотрите канал Маркош ТВ. Сегодня приехала в сады мечты, чтобы увидеть своей подругой, которую я не видела год. Она вообще живет в Назарово, но она просто сюда приехала в санаторий, и мы решили с ней встретиться. Вообще мы сначала планировали на пароход, но не получилось. Ой, на теплоход, точнее, но не получилось там что-то. И поэтому мы решили в сады мечты съездить. Здесь тоже красивая территория. Пойдем погуляем. Кстати, вчера общалась со своим подписчиком, так прикольно вообще было. Я сначала думала, у него другой голос, потом он как заговорил басом. Рита, привет. Я говорю, это что папа говорит? Саша говорит, нет, это я. Я говорю, ну это вообще пипец. Передай Саше привет. Саша, если ты смотришь это видео, это наверняка передаю тебе привет. Ты очень крутой чувак, с тобой было очень приятно общаться. Пошли? Пошли. Мы зашли. Капец, солнце жарко. Солнце жарко, ну блин, как красиво тут. Да? Водопадик не очень. Ну, водопадик, только я не вижу, что я снимаю. Снимаю ли я его? Вроде как снимаю. Ой, какой красивый. Тут небольшой зоопарк даже есть. Ну, сейчас походу будем ходить и смотреть. Я, кстати, давно не была уже в зоопарке. Ну, вы же не захотели в зоопарк? Пойдем. Чуть-чуть походим, пока девчонки там едут. Посмотрим. Это нам так подтвердило, потому что не в санаторий приехали. О, смотри, какая красота, Маргарита. О, кустики. Смотри, как красиво. Мини-фонтанчик. Ну? Ты посмотри, какая красота. Тут даже кроликов можно покормить. Даже да. Вставай, я тебя сфотографирую. Я кролика хочу. Кролика хочешь? Вставай, я тебя сфотою. Куда? Ну, куда мы сейчас постанем. Тут такая красота, смотрите, ангелочки. Журчит все так. Классно. Ладно, Ритка сидит. Рита, по машинам! Вот сейчас девчонки приедут и будем ходить обследовать. Красиво очень. Короче, встретили мы девчонок. Идем искать какое-нибудь детское кафе. Блин, такие ангелочки были. Очень красиво здесь, правда. Мы еще тут, я думаю, пройдемся не раз по кругу. Не, правда, очень красиво. Чего только нету, да? Да. И всякая водичка и фонтанчики. Ну, смотри, даже можно сесть на воду смотреть. Ты чешешь? Да. Ну, чеши. Осторожно только, ладно? Смотрите, ребят, как тут, ну, очень красиво. Вот что-то, домик какой-то. Красиво как. Знаешь, такой парк, где есть? Где? В Ачинске? В Абакане. В Абакане, да, в Абакане. В Абакане очень красивый. Вот его все вот... Не хотите там сфотографироваться? Нет, я пока нет. Я пока нет. Давай пока просто пообщаемся, погуляем, потом уж пофотаемся. Мы потом до тех мест не дойдем, где пофотаться. Она уже фотоаппарат схватилась. Да как не дойдем, если тут вот, я смотрю, что территория так не особо большая. Ну да, не особо большая. Поэтому я думаю, что пойдем. Тут так красиво. Очень красиво, ну. Мне тоже нравится. И тут вот тенечек можно. Вот такой же парк в Абакане. А мы ездили к знакомым. Тоже там и контактный зоопарк, и кролики, вот тоже понравилось. Тут что-то наподобие. Закоулочками, закоулочками. Какими-то идем. Ой, здесь классно. А, тенек. Тенек, а, вот тебе тенек. А. Мы пошли, да, за коулочками. Вон, смотри, Рита какая. Это, а. Мы туда вот их посадим, а сами там возьмем, покушать, принесем. Подожди сейчас. О. Сережка. О, смотри, какая красота. Садись сюда. Садись. А вдвоем не войдут, наверное, да? Сейчас я помогу. Классно? Так у меня еще две минуты. Раз, два, и все.
гуляли-гуляли и пришли. И тут рыбешка плавает. Не знаю, видно, нет. Вон она, рыбешка. Может, сюда на солнышко их посадить? Или будет жарко? Жарко будет, покушаем потом. Мы не будем рыбу глянуть. Мы же тут вместе не сядем. Девчонки вон машут руками. Смотри, вон желтенький. Где? Вон желтенький. Видишь, какой большой такой. Вот он плывет, видишь? Не вижу я, мне солнце прям. Вон большой. Большой. Эти оранжевые, тут желтый. А вон он желтенький. Угу. О, прыгает, ага. Красиво. Все-таки тут. Ну это все еще разрастется, наверное. Ну конечно. Да, да я тоже думаю. Вот мы пришли в кафе. Да, Рита? Я сделала заказ. Ждем мы. Ой, посмотрите, у вас там птичка пришла. Сидела. И Лера что-то гы-гыкает. Ну что нет-то? Красота же. Смотри друг за друга, видишь толпу? Ну? Чего они там? Смотри, смотри друг за друга. Чик-чик-чик. Выстроились такие, ты видишь? Да. Ты снимаешь это? Да. Видно там? Да. Ты приблизился? Сопровождают друг друга они. Ну что-то. Мне же тоже, наверное, фото-то надо шукать. Да? А то потом Валера скажет. Классно. Памяти не осталось. Мы уже сделали заказ, вот такой. Блинчики не освещены с лимоном, с принцем. Большие блинчики. Ну как будто два, как она сзади. Ну, у меня еще латте. Такой толстый. Толстый, ну. Ты против шерсти, короче, сидишь, тебя не видно, доча. Ты тень. Ты тень. Все, ешь. Для этого птица. Вот они, рыбинки. Да не красивые, надо, да? Вообще, рыбки. Упадет с костей. Не упадет, не вот не она, не рыбка не какая красивая. Спасибо. Да, Рита, поели? Да, теперь пошли. Пошли теперь? Я кроликов хочу покрыть. Корлика? Сейчас. Корликов? Смотри, корликов? Смотри, на солнышке. Смотри, Рит. Смотри, как прикольно. Прикольно. Корликов. Вот кроликов. Это блестит, Рита. Вот, смотри. Как. Смотри, как на солнышке. Что да? Там блестит? Смотри. Ой, правда красиво. Но. Я думала, не переведется вчера. Она что-то какая-то нормально попалась. Обычно они рвутся, эти переводилки. Вот смотри, вон как девочки. Ой, кто там, дядя с тетей сели. Коза. Туда же. Голубая. Смотри, ой, смотри, они стайкой целые. Смотри, там мушка или что, вон они стая целая собрались. Да вижу, вижу. Что-то они там собрались. Мама. Здорово же, да? Сводка у них там, сходка. Сходка, ага. Мама, там синик. Смотри, бегом с ним там. Синяя какая-то штука. Какая там синяя? Летающая. Вон она синяя, в травке. Вон она летает, стрекоза. Стрекозы какие-то синие. Да, вон они, еще одна, смотри, во-во-во. Видишь, видишь, вон они? Вон, вон, вон. Где вы их видите? Ну, сейчас вон. Улетели. Честно. Там прям синие. Ой, красота-то какая! Все дорожками выложено. Ну, вот эти камни, это, конечно, не для нас. Ну да, не для нас, но где там у меня Маргарита топает? А? Что, тебе руку дать? Нет. Ну, пошли туда. Красиво все-таки. Опа. Кто-то тут у меня чебрахнулся. Вставай. Ну, тряхивай.
Ой, запыхтело. Там где-то и гуси. Слушай, а где девчонки? Вон. Гуси. Гуси, ну. Какие красивые, Рита, смотри. Первый раз гусей вижу. Красивые, да, правда? Да. Можно их погладить? Ну, ага. Попробуй, смотри, они подходят, прямо они что-то хотят. Как ты их погладишь? Пощипну тебе. За попу. Не, ну они, смотри, смотри. Смотри. Ты что, не смотри, прям интересует, видишь ты? Оп-оп-оп-оп. Боишься? Они думают, что-то есть. Боишься? Ты бедный! Да! Они едят, просто не рыбу какую-то. Что, не подаем же, что-то ищут? Ну там же, видишь, для кроликов это нельзя им. Что, пойдем дальше? Что, в водичку не идете? Идите в водичку. Смотри, один с бородью. Ну, с жары тогда. В пещерку спрятались. Классно. Ау. Я говорю, нас бы позвали, мы бы туда поехали, только заранее, если бы знали. На Таташев-то на этот. Рита. Рита, улыбочку можно? Нельзя. Ну ничего не фоткаешь? Я сфотала, я тебе два раза сфоткала. Рита. Хватит. Че, как там выражение лица? Ну, нормально, я потом тебе все покажу, рассмотришь сама потом. Вот лесенка какая-то. Подымаем. А сейчас мы там сядем, там хорошо. Подымайся. Что там такое? Пойдем, пойдем. Вот, смотри, как красиво. Как они называются? Это мечты? Да. Ну, Рита. Да. Вот, смотри, как красиво. Тут. Фу, садись. Тут же картины какие-то. Да, тут даже картины. Мама. А? У меня камень забился. Сейчас уберем твой камень. Смотри, белочка сидит. Где? Статуя белочки. А? Ну? Красота. Тут, конечно. Очень красиво. А здесь вот еще какое красивое место. Вы посмотрите, как красиво. Загогулинки какие-то. Да, Рита? Ну? Суневиры, да, Рита, суневиры. Вот, смотри. Чё? Давай, вот тут можно посидеть. Тенечек тоже. Даже? Садись в тенечек. Вот, хорошо? Красиво очень тут. Девчонки что-то там разглядывают. В тир зашли попробовать. Смотришь вот сюда. Лер, ты попадешь. Внимательно. Находишь там. Че я-то? Давай, Лер. Давай, 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 пробуй. Уже, давай ты. Вот этим глазом. Вот сюда. Опять, походу, не попадешь. Давай, давай.
Бутылки, да. Бутылки проще. Начинай с бутылок. Начинай с бутылок, Рита. Несколько раз попробуй, потом уж бегущую мишень. Да не прыгайте вы его. Давай, Света, помогай ей. Пока я не могу ей. Мне неудобно. Лена, давай ты. Или ты еще будешь, или пусть у тебя Света? Ну что, зачем Света? Пускай они его. Нет, я тащу. Ко мне зачем? Давай. Ну давай, Рита, еще давайте, отстреливайте. Нет. Давайте, давайте, вставай, не бойся. Я рукопоп. Не почему рукопоп? Ну. Если что-то проб... Давай, нормально вставай. Ну дядя же не будет за тебя держать-то. Молодец, такая пристроилась. Еще скажи, не стрельните за меня. Один пальцем. Один палец. Не всей рукой, а один пальчик. Давай еще раз. Стой, стой. Одним пальчиком, доча. А, уводит, да? Я поняла. Ну, пару раз со мной. Попала, да. Пойдем. Вот здесь мы были. Ты. Тир. Эритка стоит. Хорошо сидишь? Ну. Классно там? А посмотри туда вот, помечтай. Не, поближе голову. Поближе голову. Вот, ну просто вот как ты мне. Кайфует, девчуля. Ой, кайфует. А теперь на меня посмотри. А улыбочку, а не брови. Рука, чтобы не плоская была, тебе как говорили делать? Встаем? О, дай-ка я вот так вот тебя. На меня. Рита, брови нахмурила. А мы гуляли-гуляли и зашли в кафе, да, Рита? Рита, ты спишь? Устала? Тут поделок столько детских. Много. Красиво очень. Красота. Где Настя? У меня? Да. Час, да? Красиво. Рита уставшая уже. Мы пришли в кафе. Я сейчас Валере принесу. Ну ты что, я же снимала, что мы пришли в кафе. Горячо? Ну, супик куриный, да, Рита себе заказала? А у меня Цезарь, да. Приятного аппетита, девочки. А прям зелень пахнет. Приятного аппетита. У нас пока ничего нет. Мы пока в прибрядку посидим. Дуй. Ты что себе заказала? Салатик. Да, мне хватит. Подождите, пока остынет. Ну подожди, пока остынет.
как раз Лере принесут. Пока подождешь. Че, мы уже поели. Вот в таком кафе детском. Очень вкусненько. Да, Рита? Да. Рите супик понравился, да, Рита? Да. Все правильно, надо в обед обязательно супик кушать. Ого, горка какая, Рита. Ты бы хотела с такой горки катануться? Нифига себе, горка. Ого. Рита, смотри. О, какая громадная, да? Девок. Куда-то наши девочки побежали. И вот, смотри, какая. Мама, там а? Что, припекает, да? Ну, сейчас. А, вон в шаре. Помнишь, ты в шаре каталась? Хочешь еще, нет? Вон, смотри. В шаре. Видишь? Хочешь, нет? Нет. Покрутиться по шару, поэтому. Красота, короче. Девочки. Где-то вон они, девочки. Ну, давай. Алло. На себя, давай, на себя. Классно тут. Красиво девчонки пошли, сели. Красота. Ой, да. Все? Вот так вот я хочу. Мама, я вся мокрая. У девочек наступил день купала. Обливай, кого попало. Обливай, кого попало. Смотрите, какая красота. Здесь очень... Смотри, какая арочка красивая. Арочка, я тебе про что я говорю. Вот в этой арочке сейчас будем фототься. Вон, яма, видишь? Хорошо тебе, наверное, прохладно? Да, только мокрые все. Ну-ка, дай тебя. Иди. Вся мокрая. Да не вся, чуть-чуть штаны. Вон мокренький, да? Они сейчас и высохнут у тебя быстро. Вот варочку. Вставайте, девчонки, буду вас фототь. Еще в каком... Ой, смотри, еще какая красота. И тут вот еще водоем какой-то. Видишь, водоемчик какой, да, маленький? Ага, не говори, кстати. Ну, я думаю, что этого не разрешается. Вон они, карпы зеркальные. Смотри, вон они большие, вон большие карпы. Где? Вон, вон он. Вон он, Рита, видишь? Давай сюда? Ты хочешь сюда сесть? Ну пойдем там вот в теньке сядешь. Вот нашли такое место красивое. Рита! Красиво. Уточка пришла поплавать. Там-то тоже рыбины есть, только они мелкие, их там как-то мутно не видно. В том прудике? Да, в прудике ну. Тоже. В прошлом году как-то или чище вода была, прямо видно такие экзотические здоровые рыбины. Пришла была такая, кому-то так и надо. Только смотри, на что она пришла, потому что...
жарко тоже ей. Музыка такая здесь играет классная. Покачушки. Девчушки-покачушки. Кайфовщицы. Чё за гг? А, ну да, через час. Смотри, сейчас кисть ты переворачивала, в коробочку, в крышечку набежала. Можешь даже с крышечки макать. С крышечки можешь макать. Выбирай кисточку. А, ты не выбрала кисточку? А это поделки еще какие-то продаются, да, здесь? Это продаются, да. Так, а это что, выше? Нет, возьми такое, это крупное сильно, поменьше возьми. У Риты. Да-да. Одним цветом, саму корону другим цветом. Можешь лучики разными цветами, как хочешь. Хочешь сама. Полностью розовым? Можешь полностью, фантазируй сама. Сейчас вот эти деревяшки модные. У нас у меня сын подарил тоже нам на день... Нет, на Новый год он нам подарил. Ну, любимому папе, любимой маме. Во-первых, натуральная. Сейчас вот это мода. Да, натуральная. Еще тема. Макай в красочку. Бабочку не хочешь, Лера, еще? Сердечко хочу. Что, тебе это сердечко подорвалось? Да, куда ты его вешать-то будешь? Просто. Ну, даже на стеночке. Еще Рита в краску макай, не бойся. А у нас есть сердечко же уже, Лёча. А что там еще есть интересного? А, что, собачка есть. Вот, кошка смешная у тебя. Покажи. Что тут еще? Ваша. Дочь, макни, чтобы поярче было еще. Что ты боишься? А этого что втыкать? Не так, это не так. Смотри. Давай, Рита. Так, водичка, нож. Так, помыла, хорошо промыла. И а вот это вот, да, салфеточку смазала. Цветочки, да? Цветочки или куда? Это топер, машинка, в торт можно. В торт? Угу. Ну, цветочки давай, у нас делай. Вот есть. Это для грядок, для рассады. Много всего. Томат, укроп. Ну и здесь название всяких разных. А вот эти можно украшать, да? Эти тебе можно украшать, да. Нет. Нет. Вот. Он должен быть накладывать. Ну, уже девчонка. Это ты штурвал хочешь себе мальчику подарить, да? Да. Рита. Молодцы. А он удержит только маленький? На меня. Я еще дополнительно. Вы когда-нибудь видели такую упрямую девочку? Хочет спать, устала, но ни за что не ляжет. Ребенок. Красота.